Всем привет, с вами Нильфгорн, игра Besiege, замечательная игра, я очень рад, что она вам всем понравилась, ну потому что на самом деле она впечатляет, она цепляет, ну что-то вот в ней есть такое. И сегодня под песню Валькирии я буду строить летающий аппарат, который будет громить вот этот вот монумент или что там, ну вот, собственно говоря, дестрой, уничтожить. Давайте будем покорять воздух. Так, и что же у нас здесь есть? Давайте, во-первых, какую-нибудь платформочку построим для начала, да? Ну, к примеру, давайте что-нибудь... Так. Ну и, к примеру, вот так вот. Самая обычная вещь, так сказать. Да? И давайте посмотрим, что у нас есть. Так. Это у нас, ребятки, пропеллер, что ли? То есть... Круто. Круто. У меня уже, в принципе, появилась идея, что здесь можно сделать пропеллер, но... К примеру, если мы будем пропеллер делать, то вот если поставить вот эту штуку... Поставить вот... Только немножечко развернуть надо вот так вот, к примеру. Не понял. Вот так вот. А, просто издалека не хотел ставиться. Вот так вот. Вот так, пожалуйста, у нас уже есть пропеллер. Но это, скорее всего, может быть больше как вертолетная часть работает, а не самолетная, так сказать. Потому что уж слишком для самолета большой пропеллер. Ну, как-то представляете, шасси какое только надо будет сделать, чтобы его разогнать. Поэтому, думаю, наверное, все-таки вертолетный момент. Давайте попробуем. Немножечко сделать, просто вот уберем вот это все, здесь мы вот так вот поставим и попробуем. Честно, я вообще не представляю, как это все работает, поэтому будем экспериментировать, так сказать, на ходу. Все-таки нужно многое нужно проверить. Скорость этой шестеренки совершенно не хватит. Тут, я не знаю, прям... Честно говоря, я не понимаю, зачем, что это за... Это лопасти, точно лопасти. А вот что и для чего они? Аэродинамический пропеллер. Ну вот, ладно. Вот эта вещь понятна. Это... Такой... Как бы это правильно сказать-то? Древний вертолет. То есть, собственно говоря, ну, если побольше поставить их, штучки 4, к примеру, то вполне можно ими управлять. Так. Хорошо. И крылья. Крылья. Ну, крылья у нас вот здесь вот. Давайте, знаете... Так, неправильно. Уже неправильно. Другой вопрос, что эти крылья, да, они не рабочие, то есть мне, так сказать, на них не нужно будет какие-то дополнительные устройства ставить, чтобы они махали. Я думал, вдруг там они как, знаете, как у птиц будут. Так, ладно. Попытаемся поднять это устройство в воздух, потому что, ну, для начала все-таки нужно хотя бы это попробовать сделать. Как... Сделать так, чтобы вот эта вещь крутилась намного быстрее, я не знаю, честно говоря. Поэтому пистон это выстреливать. Спиннинг блок, я не знаю. И грабер. Грабер я тоже. Графс, а не, это очень, дроп объект. Дропает объект. То есть это как... Может быть, на него можно цеплять какой-то предмет, и он будет, ну, при нажатии кнопки, он будет его как бы отпускать. Может так. Ладно, поэтому... Я не представляю, как вот эту шестеренку завести, чтобы пропеллер работал на все 100%, ну, так сказать. К примеру, чтобы он запустил... Так, ну чё ж. Ой-ой-ой. Все понятно. Все понятно. Так.
Но у меня сразу возникает проблема, как мне лететь вперед, и мне тогда не нужны вот эти вот приспособления. Ладно, давайте будем нагружать машину, будем нагружать ее весом, потому что... Так. Так, 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 так. А, тьфу ты, честно, что-то потерял прям значок. Бывает. Так. Давайте попытаемся нагрузить аппарат, чтобы он, ну, так сказать. Так. Почему-то перед больше нагружается. Так. Вес. Может быть, есть какие-нибудь блоки, которые просто вес добавят. К примеру, давайте, во-первых, вот эти вот платформы поставим. Ну, так уж. Раз мы делаем устройство, а не просто пытаемся быстро пройти игру, то поставим эти штучки. Может быть, они как-нибудь нам... Вот, вот, вот. Уже как-то получше. Конечно, лучше колеса, конечно, потому что я вижу прям как задевает. Ладно, уже получше, это хорошо. Так. Во-первых, мне же просто протаранить нужно, поэтому мне кажется, на самом деле, хватит и такого, что просто протаранить вот эту башню, так сказать, и все. Ну так, уже понятно, уже сразу перебор. Ну, можно просто, на самом деле, попытаться накрутить побольше пропеллеров и... Ну вот, уже что-то, уже как-то держится более в воздухе, но сразу видно, что вес, конечно, переваливается назад. Так. Усиливаем заднюю часть. Теперь она еще тяжелее стала. Так, хорошо. Убираем. На самом деле, вот этот баланс, он всегда будет... Так, еще все равно. Вот. Так, еще нужно убрать. Угу. Слишком много. Хорошо. Если мы вот это уберем. Теперь перевес в ту сторону. Ну, честно говоря, так он и будет постоянно. Тогда я не знаю, честно говоря. Вот. Нет, давайте не вот это вот, к примеру, а вот этот квадратик поставим. Можно будет еще добавить два квадратика. Так, так. Почему сейчас так произошло? Все равно задняя часть почему-то перевешивает. Вот сейчас вот был интересный баланс, прям хороший, конечно, мне понравился. Так, знаете, что мы сейчас сделаем? Я, во-первых, уберу вот эти штуки. Как бы... А, вот так, вот так. На основную часть просто надо наводить. Так, поставлю колеса. Потому что я хочу именно сделать именно аппарат такой, который будет функционировать. А, здесь уже немножко неправильно получается в том плане, что он будет скрипсти. Так, так. Но можно укрепить это все скобами. К примеру, вот этими. Здесь вот так вот. Здесь вот так вот. Постараться все это... Мне подсказали, что если, к примеру, можно стянуть вот эти две скобы, то есть поставить здесь и здесь, стянуть так, и если длинные две палки будут, то они могут сломаться просто от натяжения, так сказать. Все, вроде бы нормально. Передок, у меня есть идея, что с ним сделать. Слишком тяжелый получается. Тогда просто надо убрать вот эти вот все щиты. Все, передок, так сказать. Ба-бах. Ну понятно, что как бы, собственно говоря, и я разрушил, но это неправильно в том плане, что... Я бы хотел разрушить и выжить вот так вот. То есть, а как вот устроить так, чтобы оно именно баланс не получится поддерживать, на самом деле. Это
Хотя нет, баланс получится поддержать, если каждый вентилятор, так сказать, ну пропеллер вот этот вот настроить, чтобы он автоматически крутился. Так, сейчас еще одну вещь мы сделаем. То есть, ну как сказать, на каждую клавишу, на отдельную. Вот так вот попробуем поставить. То есть сразу я вот вижу, что и почему-то сломался, кстати, передний. То есть тянет как бы, смотрите, эта часть, то есть вперед тянет, отлично. Ну все понятно, перетягивает. Возможно, конструкция немножечко неправильная. Будем экспериментировать. Ну вот, все, она в принципе летит вперед, но вот такое чувство, что вот как бы мощности не хватает. И что? А кстати, что произошло-то? Почему я начинаю гореть? Ох, как я сейчас отлично сделал, да? Я прям вот... Как бы... То есть я понял так, задеваешь и в любом случае... В любом случае умираешь, да? То есть она... Загорается, что ли? Так, ладно, хорошо, этот момент мы поняли. Просто мы пройти можем уже, в принципе, в любой момент нажать можем. Единственное, я сейчас одну вещь хочу попробовать в том плане, что механизмы. Болт, он отстреливается. Болт отстреливается. Если мы играем, то он просто отстреливается. Так, так. Вот эта резинка, я так понимаю, если мы, допустим, две части ей... Таким образом, наверное, и будет делаться... Будет делаться... Так, катапульта, то есть, смотрите, если мы будем сжать, видите, ну, то есть, не сильно, конечно, но видно натяжение. Так... Честно говоря, мне не приходит в голову, чтобы такого сделать, чтобы как-то заставить вот этот механизм быстрее крутиться. Пистон, он... Так, аж... Ну да, вот он, видите, просто вот отталкивает, так сказать, предмет, то есть можно как-то... А, вот у нас что есть, оказывается. Давайте попробуем. Вот, нашли. Пожалуйста, пожалуйста. Все есть, оказывается. Так. Так, резиночку убираем здесь. Вот так вот убираем. И вот, пожалуйста, нам спринг. Наверное, перевод, конечно. Может, какой-нибудь крутящийся блок или что-нибудь в этом роде. Ну, не знание английского. Мне немножко затормаживает весь процесс. Но ничего. Так сказать, опытным путем мы все поняли. Так. Вот, пожалуйста, теперь, значит, может полноценный пропеллер. Ох, 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 шикарно. Вот это интересную машину можно сделать. Вот это я уже вижу. Так, все на свалку. Все на свалку и... Начнем. Так как я сразу говорю, ребят, не пишите, что там можно было легче сделать или что-то в этом роде. Мне не нравятся такие комментарии в том плане, что я не прохожу эту игру ради того, чтобы пройти. Нет, мне это не интересно. Мне интересно, я еще раз, я уже говорил, конечно, это, но еще раз повторюсь, мне интересно именно создать такой аппарат, который был бы интересный. А создавать какое-то просто устройство, чтобы вот так вот пройти, ну как-то мне не нравится так играть. Так. В чем суть этого, так сказать, монстра сейчас будет? Так, делаем три пропеллера. Делаем три пропеллера. Так. Это мы сейчас каркас просто ваяем.
Так. Я надеюсь, это все не развалится, хотя уже такая довольно-таки большая конструкция. Так, и ставим механизм, значит, вот сюда, вот сюда, вот, вот сюда. Так, так, пропеллеры. Пропеллеры разворачиваем. В принципе, ну, конечно, и можно и самолет сделать, попробовать. Просто, кстати, блин. Ладно, вертолет пока легче в данный момент. Так. Мешает момент. Ну, немножко сейчас передвинем. Вот так. Вот так. И вот так вот. Так. Проверяем. Пошел, пошел. Единственное, конечно, сразу видно, что у него баланс вообще никакой совершенно. А, этот тотем стреляет, собственно говоря. Так. А этот механизм можно как-нибудь остановить? Нет, никак нельзя остановить. Так, я еще увидел, что вот эти вот блоки вот здесь вот, вот ходили. Это неправильно. Вот так вот делаем. Вот так. Вот так вот. Все сковать. Вот так вот. Так, скобами все соединили. Еще. Я, честно говоря, не знаю, как тогда баланс держать, потому что получается так, что в любом случае вот этот аппарат будет выносить. Ну, попробуем поставить такие вот штучки и попробуем вперед, так сказать. Колеса. Колеса надо, не надо. Давайте поставим колеса, чтобы нет, да? Здесь колесо, вот здесь колесо, вот здесь колесо и вот здесь вот колесо. Так, давайте его опустим, этот аппарат еще. И попробуем, давайте. Вот, вот, почему его как-то так уносит аппарат? И почему его сразу начинает разворачивать? То есть, в принципе, тогда получается нельзя управлять как-то каким-либо образом этой машиной, потому что она ее всегда будет уносить куда-то в разные стороны. Или нельзя делать несколько пропеллеров. То есть нужен всего лишь один только пропеллер, потому что, знаете что? Сейчас я попытаюсь поменять поворотную часть. То есть все. А вот вовнутрь бы можно было его как-нибудь поставить так? Нет, он именно. Они всегда в одну сторону будут крутиться, что ли, да? Да, получается так. У меня идея появилась. Сейчас еще. Попробуем одну вещь сделать вообще просто. Появилась одна мысль у меня сейчас. Так, рычаг развернуть вот так вот. Вот так вот. Я сейчас сделаю управляемый вертолет. Мне уже идеи нравятся. Я думаю, многие уже поняли, что я хочу сделать. Попытаться, по крайней мере. Понятно, что миссию прошли. Я, как говорится, за 20 минут, просто за 20 минут серии попытаюсь какое-то такое интересное устройство сделать, которое будет, так сказать, ну, понятно, в общем, то есть. Так. Единственное, осталось только рычаги настроить, в том плане, что здесь у нас будет, нет, опять на русской раскладке, так, так. Сейчас, сейчас. Здесь, так. Здесь так. То есть я постараюсь сейчас управлять. Так, отлично. Так, 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 так. Слишком резко. Ах, почти получилось, ребятки. Оп, 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 оп.
Оп-о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 п. Ребятки, у меня получается управлять. Другой вопрос, что это как бы нету такого прям резкого управления. То есть, если бы за это отвечал какой-нибудь робот, да, или механизм, ну, как-нибудь ИИ, то есть, то он, конечно, бы балансировал вот этими рычагами, понимаете? То есть, видно, что у меня получается... Получается немножко есть такой момент, но вот... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. По крайней мере, у меня получилось, то есть, управлять этим, ну, как бы... знаете, может быть, есть еще другой момент. Может быть, к примеру... давайте последний момент такой. Последний. Управленческий. То есть я сейчас попытаюсь... Нет, у меня просто не хватает... Не хватает мощности. Так. Вот перекидывает, смотрите как. В принципе, знаете, здесь, конечно, не получится такое устройство сделать, которое будет, ну, то есть типа вертолета, который будет прям балансировать в воздухе, я так понимаю. Возможно, это, конечно, можно как-то сделать, я просто пока что либо не допер, либо еще что-нибудь в этом роде. Я сохраню этот механизм, он интересен, мне понравилось то, что вот такими рычагами, в принципе, можно управлять. Хотя в таком же смысле можно и поставить сюда же вертолетные вот эти вот... Вот эти вот механизмы. И, в принципе, также можно управлять ими. Ну, блин, если я много их поставлю... В общем, нет, у меня, конечно, нет какой-то сейчас четкой идеи, как это должно все работать. Единственное, конечно, то есть... Я разобрался, что вот можно таким образом управлять и влево-вправо, то есть поворачиваться. Видите, понимаете, что у меня не просто так весь вот этот, она же влево-вправо у меня поворачивает. Ну все, то есть видите, то есть я могу балансировать. Понятно, она уже, конечно... То есть понятно, что хаотично, конечно, что в принципе это, ну, только называется управлением, но все же. А может быть, на самом деле, просто убрать несколько, к примеру, убрать несколько пропеллеров, поставить один, два, да? Ради последнего эксперимента поставим по два пропеллера и посмотрим, что у нас получится из этого. Ну, просто не по... машина неподъемная получится. А вперед, если... Смотрите, она едет сама! Хотя я, конечно, могу колесами управлять, но все же. Ладно, все понятно, в принципе. Я давайте сохраню этот... Этого монстра. Не знаю, вертокрыл назовем его. Вертокрыл. Нет. Вертокрыл. Вертокрыл. Так, сохранил? Сохранился. И следующую зону перейду, конечно, потому что я все-таки разрушил в итоге. Если у вас есть идеи по постройке какого-то такого устройства, которым реально можно поддерживать в воздухе, оно не будет там падать или что-то. Понятно, что можно вот эти вентиляторы поставить на какой-то, достичь такого идеального баланса, что она взлетит и будет вверху. Это не считается, считается только та, которая может вперед, влево, вправо. Если у вас такое устройство есть, скиньте хотя бы скриншот в комментарии. Я вам буду очень благодарен. Я прям даже об этом скажу обязательно в следующей серии. Ну, у меня вот что-то такое получилось. Прошел, ладно, неважно. Это не самое сложное пройти здесь задание. Угу. То есть в следующей серии мы будем рушить вот это вот здание на 40%. Его надо разрушить хотя бы. У меня есть уже варианты, как это можно сделать. Можно и попробовать катапульту построить, зашвырнуть.
зашвырнуть что-нибудь, к примеру, да? Да, я у меня... Попробуем либо катапульту, либо таран. Именно управляемый таран, который будет подъезжать, и мы будем какими-нибудь рычагами раскачивать и ударять, к примеру, вот так вот. Да, попытаемся, в общем. Сначала, наверное, сделаю таран, а потом... Ну, самое проще таран будет сделать, а потом уже, к примеру, сделать другие какие-нибудь моменты. Ладно, посмотрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, комментируйте, оставляйте комментарии под видео, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. С вами был Нильгорн, всем всего хорошего, пока.